Нет, съезжать можешь смело. Сегодня у нас обкатка самокатика. Да? Макс на самокате, едем покатать парк. Налево поедем. Налево, налево, поедем по ровному там, не надо переходить. Хочешь на спорт переключить, Макс? Самокат. Нормально пока? Как обкатаешься, на спорт переключим, он будет чуть побыстрее. Можно переключать? Сейчас переключим. Смотри, два раза на кнопочку нажми, тик-тик, и у тебя красная буковка S загорится. Не-не-не-не-не. Раз-два. Раз-два, быстро, раз-два. Да.
молодцы какие, а? А теперь туда. Thank you.
Как, Макс, еще нормально? Не замерз он? Макс, не замерз? Хорошо, молодец.
резко продается. У меня есть где-то подборка. Балаклава, это хорошо. Балаклава над головой, а? Тебе обязательно. Ладно, это красиво заснял. Прямо в лицо. Заехали прогуляться.
Вот как приехала, так заезжай, так заехали. Говорил, что только вечером. Лови красоту. А теперь там американские горки. Да? Да. А их недавно открыли. Сейчас в горку пойдем. Я красоту ловлю. Все так смотрят, что это ловушка. Сейчас кружочек сделаем налево чуть-чуть. Это очень дерево такое. Сейчас увидишь, живописное. Вокруг дерева поедем и туда. Туда вообще туда. Вокруг. Смотри, какая смотри, какая рябина. Значит, ты еще молодой. Красоты.
Слышь, какой? Ага. Там скульптуры должны были стоять. Я не знаю, куда их дели. Да. Давай сейчас заедем в одно место, и там передохнет Макс. Вода в ней. Здесь красная метель. Ничего, они накормлены здесь. 5 минут перерыв. Вот так Макс впечатлил. Что у тебя там с зарядом? Ну вот, 4 деления. Моргает 4-е деление. Да, да. Обратно должно хватить. Надо было заметить, конечно, по пробегу. Папа разомнется сейчас. Да, ты тоже бы размялся. У тебя колени заболели? Колени болят у меня периодически, потому что я застудил. Ну ты их копался теперь в огороде. Ты а сейчас тепло. Тебе надо шею чем-то закрывать. Ну, там не закрыто. В принципе, сейчас не холодно. Смотри, как я на работу езжу. Надо что-то такое. Там какой-то, типа, я и не знал, что там какой-то берег, видишь? Пологий такой, что вода опустилась, походу. Да, вода упала. Мама, непонятно почему. Ну что, Максим, этот лучше или тот? Этот. Да потому ладно. Что этот разгоняется больше, ну, 31 км в час. Сколько у тебя было максимум? 301 км в час. 301 км. Но у тебя тот до скольки разгоняется? Когда мы это, леводорожка здесь ехали. А тот до скольки разгоняется? А тот, по-моему, максимум до 28 с моим весом. Моим весом до 40 я разогнал его. А если я тебе скажу по секрету, если прыгать с этажа, то 9G обеспечено. Ну, я могу сказать, с горки вот на этом легко съезжать, а вот на этом надо тормозить. Ну, поехали. Самокат это все равно, мы тебя через самокат поставим на колесо. Ну, поехали. Передохнули чуть-чуть. Люди ж продумывали, где что посадить, это не само выросло. Когда было? Так и сейчас посадили же, кустики-то обновили недавно. Просто. Значит, думаешь, как же это клубник? Ничего не выходит. Ты думаешь, может, флористов ходить? Можем туда. Там фонтан не работает уже, но мимо него прокатимся.
Сейчас я тебе покажу, типа, какой памятник там был, постамент. Будем приезжать. Видишь, здесь чуть-чуть подсобрали по краям. Здесь же везде так было. Здесь-то можно, а здесь-то здесь смотри, походу там такие же постаменты, как вот этот. И на них, наверное, тоже какие-то скульптурные композиции будут. Вот видишь как? Здесь вся вода была в лесу. Листва, видать, опала сейчас. Вниз ушла. Может, ее... Нет, что ты? Нет. Или ветер. Не-не-не-не-не. Сейчас идем здесь аккуратненько. Прошу прощения. Вон, смотри, какая она. Вот, да? Макс, видел золотую воду? Ага. Берег, чтобы не разрушался, они делают по парковому. Ничего страшного, пошуршат. Смотри, красота. Сейчас клипец заснимем, если хватит памяти. Вот, смотри, золотая, Макс, смотри, золотая вода. Тяжело рыбе, да, погибает рыба от этого. Туда идем. Туда, налево после моста.
Подожди чуть-чуть, да? Давай, только без контента, хорошо? Без спешки. Крещением. Молодец, круто. Без спешки, Макс, без спешки. Главное на базу, да? Прокатим сейчас и на базу. Сейчас увидишь американские горки, которые сделали. Хороший, после гусеницы вообще тоже класс. На гусенице? Нет, на только американский, только парк. Ну там сложно, это попроще. Небо какое красивое, а?
следующем светофоре туда пойдем. Не, давай перейдем туда и по той стороне. Давай! Здесь очень красиво, но солнышка не хватает сейчас. Но камера это не поймает, и глазами еще можно. Сейчас на светофорах надо будет чуть-чуть походить между сфериками. Сейчас тут перейдем, да. Здесь все нерегулируемые, поэтому аккуратненько. Смотри, какая ива огромная.
вас все в порядке? Смотри, а здесь ты можешь повысить свой скилл или навык. Нет, да она простая. Там заезжаешь и по тропинке просто прокатываешь. Попробуешь? Просто по центральному. Хорошо, когда ты... Передохнуть надо, мы остановим. Вот они затекают, но ничего, вот сами тут, да. А ты их чуть-чуть нет, ты их чуть-чуть переминай, соска на пятку, пятки на носок. Иногда просто одну ногу встаю. Тот же самый маневр.